You show me love and the spit in my face. Making your money, I follow my pain. You put an eagle inside of a cage. And you think I'm not strong enough to escape. But I refuse to let you make me feel like I can't fly. Not only will I soar again, I'll own the fucking sky. Yeah. So I put my middle finger up. I'm done being a slave. My generation's had enough. You should be afraid. Oh, not your prisoner. Oh, better listen when I say. I put my middle finger up. Это был тяжелый день, но не об этом. Дело в том, что самым загадочным персонажем нашей мультивселенной, любимой мультивселенной, я считаю все-таки Эрор Санса. Так почему же? Давайте разберемся. Во-первых, это персонаж чертовски харизматичен. Ну да, конечно, с улыбкой Даси ничего не сравнится, но, как по-моему, Эрор куда более харизматичен. Ладно, не будем фанаткой Эрора. По правде говоря, мне нравятся все персонажи, но именно Эрор Санс притягивает меня больше всех. И... я сначала не понимала, почему, а потом поняла, он чертовски загадочный скелет. Вы спросите меня, а Электро? Да какой он загадочный? Ну, появился в пустоте, ну, разрушает АУ. А давайте как поподробней. Во-первых, как мы знаем, по законам нашей любимой мультивселенной, ничего просто так не случается. А значит, Эрор Санс просто так, появившийся в пустоте, на ответ не катит. У всех персонажей, что так или иначе появились в пустоте, имеется худо-бедно предыстория. Но предыстория Эрора нам до сих пор так и неизвестна. Существует очень много теорий, и некоторые из них настолько безумные, что я их даже озвучивать не буду. Сегодня я расскажу про одну единственную теорию, которая показалась мне правдоподобной. Теория эта достаточно старая, но, к сожалению, почему-то не очень популярная, хотя Олды ее хорошо помнят. Начну я, пожалуй, с телерассказчика. Спасибо, Инг. Ну, я не знаю, слышали ли вы, но у меня Инг только что сделал вот такой вот звук. Так, ладно. Шел 2116-й перезапуск. Человеку стало скучно, ведь Санс стал повторять ту же реплику снова и снова и снова. Поэтому она впервые предприняла попытку не сбросить, а убить шутника. И очень зря. Человек очень долго мучил Санса, сперва начиная геноцид, а затем резко обрывая его, щадя монстренка. Приходя в зал правосудия и уходя оттуда с развязанными руками, потому что Санс ничего не мог сделать. В отчаянии после того, как его убили при помощи читов, Санс решил отомстить человеку и всячески стал ломать игру. Запись 2202. Это конец. Но я не хочу умирать. Я все еще хочу жить. Я все еще хочу ей отомстить. Что же это за записи? И почему число такое большое? Что ж, думаю, на этот вопрос я могу вам ответить. Дело в том, что у каждого Санса имеется свой журнал перезаписей. И номер записи — это номер перезапуска, то есть номер сброса. И чтобы вы поняли, вселенной Эрора
до того, как он стал эрором и был обычным Сансом, было 2646 перезапусков. И все они геноцидные. Инг, хватит комментировать каждое мое слово, ладно? То есть, это гораздо больше, чем перезапусков, что было у Даста. Как думаете, какая будет психика у данного персонажа? Но что же случилось после той перезаписи, где Санса убили, но он не захотел умирать? Ответ очень простой. И он прям, ну, очень близко. Вспомните Гена. Так вот, Гена и Эрор — это, по сути, один и тот же персонаж, просто на разных стадиях. Да, как говорил один очень хороший мой приятель, Эрор — ты чертов покемон. Сперва Санс, затем Гена. Но Гена назвать его было нельзя. Вот этот вот первый Гена, он же Эрор. И уже тогда Рипер его прекрасно знал. Так что же? Эрор первым попал на загрузочный экран? Да, он первым попал на этот загрузочный экран. И он стал искать возможность отомстить человеку. Как думаете, он ее нашел? А сейчас, внимание, вопрос. Как хорошо вы знаете Fatal Gena? По каким критериям Fatal может проявить свое лицо? Думаете, только воздействие Эрора? Да нифига. Сильные эмоции. И также является катализатором появления Fatal. Напоминаю, что Fatal — это еще более заключенный Гена. Так вот, будучи в режиме Fatal, наш ошибочка может пользоваться нитями. То есть он уже может пользоваться нитями, несмотря на то, что он еще не полноценный Егорка. И что вы думаете, он делает? На 2646 перезапуске Эрор полностью стирает таймлайн, встревая в финальную сцену битвы в коридоре правосудия и забирает душу игрока. Тем самым вселенная ошибки коллапсирует и его выбрасывает в пустоту вместе с той самой злополучной душой. Вы же все помните эту красную душу, что постоянно висит на нитях у Эрора среди других. Раньше существовало очень много мифов, откуда она, что она вообще тут делает. И эта теория дает на нее небольшой, но конкретный ответ. Это душа игрока, что изрядно мучил Эрора в прошлом. Это также является логическим объяснением, почему Эрор бесится, когда эту душу трогают. Он все еще помнит. Так что же получается? Он стал Fatal Gena. Разрушил вселенную, его выкинуло в пустоту. Как же он стал Эрором? Тем, кем он, собственно, и есть. Начнем с того, что во многих комиксах, утвержденным автором, Эрор постоянно бросает кривые фразы. «Я долго спал в пустоте». Да, он действительно там спал, но почему же он именно спал в пустоте, а не каждый день искал оттуда какой-то выход? Да и как вообще он дошел до идеи, что он должен разрушать миры? А вот тут уже, дорогие мои, данная теория дает весьма неплохой ответ. Дело в том, что находясь в пустоте, вы можете слышать голоса наблюдателей. Наблюдатели — это те самые игроки, которые задают вопросы и могут через пространство этой пустоты общаться с персонажами. Так вот, эти самые наблюдатели были уже тогда. И именно они стали причиной схождения ошибки с ума. Мало того, что он пережил бесчисленное количество перезапусков, видел бесчисленное количество смертей и сам умирал, ему также сломать психику помог Рипер,
которому захотелось познакомиться с первым полутрупом, о чем он потом не раз жалел. Хотя Рипер — это Рипер. Чего уж с него брать? Но я ничего против Рипера не имею, сейчас его не ругаю. Просто иногда он реально неадекват. Ну а что касается голосов, то именно благодаря голосам психика ошибки сломалась окончательно. И он пришел к одному очень яркому выводу. Убей всех и умри сам. Знакомые слова, правда? Кто же говорил эти слова? Убей всех и умри сам. Даст. У Даста, в принципе, нечто похожее с Эрором, только ему об этом говорят те, кого он убил. Монстры, собственно, которых он убил. Особенно его брат Папирус. Это, как говорят, его этот призрак, плод его больного воображения. Я сейчас не буду трогать психическое состояние Даста. Мы все знаем, что оно плачевно. Собственно, у Эрора что-то схожее. Но вот эти вот фразы «убей всех и умри сам» говорили ему игроки, наблюдатели. Ну, вы будете радоваться, если вы все потеряете и окажетесь в неизвестном месте, а вас проклинают какие-то голоса и навязывают вам вот эту вот фразу. Она плотно укоренилась в голове ошибки. Так, что за история с Инком? Инка добавили как раз-таки из-за Эрора. Наблюдатели, увидев силу ошибочки, стали упрашивать добавить ему какого-нибудь противника. Собственно, сперва создатели не планировали сталкивать Инка и Эрора. Но, как говорится, фан-база — народ настырный, и Инка с Эрором такие столкнули. Но из этой встречи ничего хорошего не вышло. Я думаю, все, кто читали официальные комиксы, прекрасно это знают. Ну, что сказать. Наверняка Инка сперва хотели столкнуть с Эрором по причине того, что это было бы неплохое противостояние заезженного клише добра со злом. Из ошибки мы сделаем зло, а из Инка добро. Вот только у создателей на своих детищ были другие планы. Я рассказала вам данную теорию. Мне она кажется более-менее правдоподобной, потому что ничего просто так не происходит. Тем более в пустоте. Что касается мамы Сикью, я ничего против не имею. То есть это тоже достаточно прикольная теория того, что Фрэш, Гена и Эрор являются братьями. Я ничего против не имею. Вообще ничего, мне даже это нравится. Но мне хочется найти какую-нибудь более реалистичную, что ли, теорию о том, как же Эрор появился в пустоте и как он дошел до такого состояния. И я ее нашла. Надеюсь, вы услышали мое мнение. Для вас может быть абсолютно любая истина, но я свою уже нашла. С вами была Электра. Счастья вам!